Как установить оборудование, которое мы приобрели в магазине? Ну, если брать, допустим, стандартное оборудование, помпу и терморегулятор, то это оборудование абсолютно погружного типа, то есть оно полностью должно быть погружено в воде и без воды не работать, иначе приведет к выходу из строя. Терморегулятор должен находиться в самой нижней точке аквариума, то есть в самой холодной. А помпа должна находиться где-то неподалеку, или же терморегулятор должен быть в зоне, где вода от помпы будет хорошо циркулировать. То есть, чтобы не получилось, что терморегулятор стоит в мертвой зоне, и то есть перемешивания не происходит.